Основа Stenson в направлении автомобильного тюнинга – это экстремально низкий клиренс, броские диски и, как правило, отрицательный развал колес. По понятным причинам подобные автомобили очень сложно представить в зимних условиях. А вернее, было сложно до сегодняшнего дня. На территории вернисажа в Измайлово состоялось уникальное событие – фестиваль стенсовых автомобилей «Fitment Event». На площадке выставили 25 проектов представителей этого стиля тюнинга, а также порядка 20 машин для дрифта. Сейчас же мы решили, почему не пойти дальше и не провести фестиваль именно зимой. Такого не было, это, мне кажется, интересно. Плюс люди соскучились, так как зимой не сезон, и людям, по сути, люди скучают, им нечего делать. Стенс и зима – это просто нонсенс. Вот, такого не было, действительно. Не то, что в России. Я такого просто даже еще нигде не видел. Мы вообще планировали, что здесь будет очень много снега. И хотели удивить вообще там Европу, там мир. Вот, но, к сожалению... Помимо прочего, программа мероприятия включала в себя эффектные заезды в управляемом заносе, соревнования по дрифту на игрушечных машинках, а также катание на трехколесных трайках. Фестиваль сопровождался выступлением диджеев, разогревающих гостей зажигательной музыкой. Я как участник стороны дрифт-трайкс, мы приехали сюда на трехколесных трайках, катаемся, дрифтим, очень весело, в принципе, людей много, главное, вот. Все равно, что идет снег, но все счастливы. Как отмечают организаторы, они сами не ожидали, что даже несмотря на прохладную погоду, мероприятие привлечет так много поклонников стенса и автомобилей в целом. К слову, у них уже есть планы по фестивалям на грядущий сезон, но пока они держат свои задумки в секрете.